Всем привет, друзья! Это я, Дима 2D-Куб, и очередной выпуск горячих новостей мира музыкального оборудования от Music Mag TV. Компания Nectar Technologies представила новый ножной MIDI-контроллер Patzer. По утверждению разработчиков, Patzer был специально спроектирован для управления вашей DAW, что называется hands-free, и потому будет крайне полезен, а многим музыкантам даже незаменим в лайвовых ситуациях. На борту контроллера имеется 10 универсальных программируемых ножных переключателей с LED-дисплеями, каждый из которых может передавать до 6 MIDI-команд одновременно, а также отдельный переключатель для смены пресетов и универсальный поворотный регулятор с функцией нажатия для программирования и редактирования программ. Кроме того, задняя панель девайса содержит еще 6 дополнительных программируемых разъемов, 2 входа для подключения внешних фуд-свичей, 2 входа для педали экспрессии и 2 выхода для контроля немидированных девайсов, например, комбиков и гитарных примочек. Впрочем, не стоит думать, что данная железка подойдет только гитаристам, работающим с ноутбуком. Встроенная память устройства имеет отдельные пресеты для управления основными параметрами любой DAW, а среди прочих пресетов имеется и шаблон для использования девайса вместе с Electron Octatrack, что означает, что Patzer вполне годится и для контроля железных синтезаторов и других устройств. Стоимость нового контроллера составит 230 евро, ну а продажи устройства начнутся в апреле. Далее новость для тех, кто интересовался флагманским синтезатором Matrix Brute от компании Arturia. Новость состоит в следующем. Компания Arturia на днях заявила о необходимости повышения цен на данный синтезатор. По словам специалистов, повышение обусловлено ростом стоимости синтезаторных компонентов и цены производства Matrix Brute. Так что теперь данный синт будет стоить на 300 евро дороже. Общая стоимость синтезатора при этом составит 2300 евро. Впрочем, если поразмышлять, то мой личный опыт на этот счет говорит, что компоненты на самом деле являются, ну дай бог, 20, а то и 15% стоимости любого коммерческого синтезатора, особенно если они закупаются в промышленных масштабах. Да и стоимость производства в Китае, где, кстати, и делается Matrix Brute, вырасти просто так не может, разве только если Arturia сменили компанию-производителя, о чем, впрочем, официально ничего не сообщается. Мои размышления на этот счет наталкивают меня на следующие мысли. Главным конкурентом Matrix Brute до сих пор остаются синтезаторы от Moog, которые собираются полностью в Америке, имеют солидное проверенное временем качество и репутацию, которой у синтезаторов Arturia в нише элитных инструментов пока что нет. Возможно, Arturia, дабы оправдать немаленькую стоимость своего аналогового монстра, действительно пошла на дополнительные траты, выраженные в усилении контроля производства синтезаторов. Однако все это лишь мои догадки. Кстати, интересно, что вы думаете насчет Matrix Brute? Пишите свои комментарии под видео, например, чтобы вы выбрали Moog Subsequent 37 или Matrix Brute. Пообщаемся. Компания Dreadbox с наступлением весны объявила о старте нового небольшого, но интересного конкурса, поучаствовать в котором может каждый желающий. Суть конкурса заключается в следующем. Вам необходимо перейти на официальную Facebook-страницу Dreadbox, ссылочка, естественно, есть в описании. Подписаться на нее, поставить лайк к посту с этим видео, написать в комментариях к нему, какой синтезатор от Dreadbox нравится вам больше всего, и отметить под видео кого-то из своих друзей. В результате вы получите шанс выиграть небольшую фирменную модульную систему, используемую в этом видео и состоящую из осциллятора, фильтра, двойного усилителя, генератора огибающей и модуля эхо. Думаю, подобная система станет отличной отправной точкой в путешествие по миру модульных систем, так что желаю удачи. Далее небольшая новость, посвященная Бугу, то есть мини-муг модель D от компании Behringer. Вот такими фотографиями самодельного корпуса для Behringer D на днях поделился с нами сайт Burcanium Beats. Здесь синтезатор помещен в новый деревянный корпус и укомплектован двухоктавной клавиатурой, позаимствованной у контроллера MIDI-MAN Oxygen 8. В таком виде синтезатор очень напоминает оригинальный мини-муг и заставляет задуматься о мысли, не планирует ли компания Behringer выпуск вот таких вот универсальных клавиатурных модулей для своих синтезаторов. Вспомните, например, недавний анонс Pro One от Behringer, который заключен в точно такой же, как у D, корпус. Впрочем, гадать не буду, а спрошу у вас, были ли бы вам интересны клонированные Behringer'ами синтезаторы, оснащенные клавиатурой, или же вы предпочитаете модуль? Пишите ваши мысли на этот счет в комментариях к данному видео. Перейдем к новостям Eurorack тематики. Отечественная компания Soma на днях представила свой первый Eurorack FX Unit, получивший название Lira 8 FX. Lyra 8 FX consists of the FX section from the Lyra 8, expanded with CV controls and packed into a Eurorack module.
Новый модуль от Влада Креймера, довольно успешного отечественного инженера, по сути дела представляет собой отдельную эффект-секцию нашумевшего организмического синтезатора Lyra 8, заключенный в стандартный модульный формат. На борту модуля имеется двойной лоу-файный дилей с возможностью модуляции, функция перекрестного фидбэка и возможностью самовозбуждения, а также параллельный дисторшн, функция CV-контроля уровня Drive. По словам разработчика, данный модуль выходит далеко за рамки стандартных дилей-возможностей, позволяя получить и куда более интересные эффекты типа простого ревера, комби-фильтра, хоруса и других. Стоимость Lyra 8 FX должна составить 200 евро, но продажи модуля начнутся в мае. Следующая модульная новость от компании Squarp Instruments, создателей мощнейшего секвенсора Pyramid. На этот раз французы сообщают о старте продаж другого фирменного секвенсора — Hermod, на этот раз в модульном формате. Напоминаем, что Hermod, по сути являющийся чем-то вроде Pyramid в мире Еврорек, представляет собой мощный полиритмический CV, MIDI, USB секвенсор и лупер со встроенным MIDI-CV эффектами типа real-time квантизации, рандомизатора или назначаемого генератора LFO. На борту устройства имеется 8 полностью независимых линий секвенсора, которые можно использовать как одновременно, так и по отдельности, а также неограниченная память для хранения паттернов. Стоимость устройства при этом составит 380 евро. И еще одна крайне необычная новость. В данном видео, представленном YouTube-каналом Tunnel HQ, энтузиаст-разработчик Люк Рэндалл демонстрирует созданный музыкальный инструмент Sony Mellotron, представляющий собой эдакий сэмплер в винтажном стиле. Сэмплы здесь воспроизводятся прямо с пленки 14 встроенных в инструмент кассетных плееров Sony Walkman. Ну а клавиатура девайса разделена на две половины. Первая часть позволяет играть звуками хора, а вторая запускает разнообразные уаншоты. Инструмент получился совершенно непредсказуемым, и именно эта непредсказуемость здесь и является самой захватывающей, говорит Рэндалл. Ну а ссылочка на полную версию видео, естественно, есть у нас в описании. Ну и напоследок спешим поделиться с вами ссылочкой на очередное бесплатное добро. На этот раз мы предлагаем вашему вниманию мощную бесплатную библиотеку сэмплов Evolve от Wave Alchemy, созданную при помощи авторского VST-синтезатора Evolution. Библиотека включает около 300 ваншотов с разрешением в 24 бита, среди которых имеются как стандартные электронные ударные, так и более интересные звуки, типа трансиентов для лейринга, абстрактных звуков и многого другого. Ссылочка для скачивания данной библиотеки, разумеется, есть в описании. Ну и напоследок, друзья, прежде чем с вами попрощаться, я предлагаю вам воспользоваться очередной скидочкой. Сегодня это скидка на контроллер Native Instruments Traktor Control S2 MK2. Скидка составляет 10%, она будет действовать для первых 10 счастливчиков. Торопитесь воспользоваться и, конечно, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на наш канал, если вы до сих пор забыли это сделать, и делиться этим видео в соцсетях. Увидимся через неделю, друзья, до новых встреч!